Всем привет, с вами Виктория. Сегодня готовим куриное филе в духовке. Отличная идея на ужин или обед. 600 грамм куриного филе моем, обсушиваем салфетками и нарезаем на средние кубики. Добавляем 1 чайную ложку соли, 1 чайную ложку черного молотого перца, сушеный чеснок, можно выдавить 2 зубчика свежего чеснока, сладкую паприку, базилик, и здесь у меня смесь специй. Добавляйте те специи, которые вы любите. Добавляем 4 столовые ложки растительного масла. Все тщательно перемешиваем. Накрываем пищевой пленкой и убираем промариноваться. И пока подготовим гарнир и начинку. Для гарнира я буду использовать картофель. Картофель нарезаю на средние кусочки. Добавляю 1 чайную ложку соли и отвариваю до готовности. Для начинки нарезаю на мелкие кубики 1 болгарский перец. Можно использовать болгарский перец любого цвета. Далее нарезаем 1-2 спелых помидора. У меня помидоры крупные, поэтому мне оказалось достаточно 1. Помидоры нарезаем на мелкие кубики. И нарезаю зеленый лук. Зеленую его часть и белую. Начинку солю, перчу, добавляю 2 чайные ложки обычной горчицы и 2 чайные ложки французской горчицы. Добавляем также 3 столовые ложки сметаны, вместо сметаны можно использовать майонез. И все тщательно перемешиваем. Начинка получается очень вкусная и сочная. Далее я сделала вот такие лодочки из пергаментной бумаги. Как их делать, если кому-то интересно, напишите, и я сделаю отдельное видео. Куриная грудка хорошо промариновалась, визуально делим ее на 3 части и раскладываем по лодочкам. И сверху выкладываем начинку. Духовку уже нужно поставить разогреваться на 200 градусов. Отправляем запекаться лодочки из куриного филе примерно на 25-30 минут. И пока они запекаются, нарезаем зелень. У меня это петрушка. Посмотрите, как красиво получилось. Получается очень-очень вкусно. При желании куриное филе можно присыпать натертым сыром и отправить в духовку еще на 5 минут. Сервируем блюдо и подаем к столу. Всем желаю приятного аппетита. Готовьте с удовольствием. Пишите мне ваши комментарии. Всего вам доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.